Я еще поставь вам. Вот, скажи, как меня надо кормить. Сковато. Да ладно, а что ты дальше не засасываешь? Надежно. Так скажи, ладно. Так скажи, ладно, приезжайте. Но он не поверил, что это сразу все отдали. Надежно, ни одну лошадь так не угощают, как тебя. Чего ты недоверчив? Никаких подвохов, говорит. Чего ты не доверял нам? Ты нам не доверял? И он это все слушает. Еще скажет, дайте. Что? Обиделся. Еще дайте. Обиделся. Зачем вы снимаете? Говорите, что жуй. Такой. Жуй, глотай. Посматривает на меня так. Говорит, ты меня не продала случайно? Нет, зайчик, я тебя не продала. Сколько его? За него просили? Сколько вы? За него просили. 85 мы его выкупили. И 32 тысячи вышла его доставка сюда. Это самое малое. Кастрация вышла. Ставь, постав, отдай ему. Пусть это то. Мне сейчас ехать. Я да. Ничего держу. Уже, вот. Потом 25 вышла. А, 15 тысяч вышла кастрация его. Конюшня еще сколько месяцев? Ну, это конюшня сейчас. Нет. Конюшня 16 месяцев. Ну, это по возрасту еще. Вот. Плюс ту конюшню, что мы ему покупали. Дома стоит. Золотой он. Я так посчитала. Я так посчитала и промолчала. Миша не стала ничего говорить, сколько это все стоит. Пусть Миша не расстраивается лишний раз. Видео Миши наше некогда смотреть, поэтому об этом он не узнает. Не знаю. Да, надежный. Все, Миша такой. Кто сделал, все сделал. Так смотришь, так выкладываешь. Грязь, да он золотой, блин, этот Миша. Тут плюем на него всеми подписчиками, чтобы не сглазить. Ты на улицу не посмотри, там такая жижа надежная. Поливал всю ночь дождик. Кушай, зайчик, кушай.